Каково это стать чемпионкой мира в Казахстане? Ну, не знаю, каково, но я очень счастлива, что я выиграла чемпионат мира. Я с ней уже второй раз встречаюсь. В 2019 году на молодежном чемпионате Азии встречались до этого. Это второй матч, вторая встреча. Да. Да. Берем и будем брать. Она как бы лидер нашей команды. Вот. В 2019 году я не участвовала на чемпионате мира, и у меня это была травма. И в том году Айсуджи стала чемпионкой мира. И как бы в тот момент я была очень рада. На Олимпиаде заработали бронзовую медаль, еще золото чемпионата мира. Как ваша жизнь изменилась? Как? Такие две большие награды, такое уже время, с тех пор, когда вы заработали медаль в Токио, как ваша жизнь изменилась? Что... Все так же. Да. До этого было хорошо, сейчас тоже нормально. The breakout was really the individual World Cup. Since then, you've been on the trajectory to a world title. What really changed from December's World Cup to now? Для вас настоящим прорывом был это Кубок мира. Да. Что с тех пор, с того Кубка мира в декабре изменилось до нынешнего момента? Ничего, так же тренируюсь. Все так же. По-старому. The saying is, in order to achieve it, you have to first see it. You and Айсулу have now showed young women in Kyrgyzstan that they can win world titles. What do you say to those young women chasing big dreams? Для того, чтобы чего-то достичь, нужно это сначала увидеть. И вы, и Айсулу, вы стали настоящим примером для молодых Кыргызстан, доказав, что можно выиграть золотую медаль для Кыргызстана. Что бы вы сказали этим молодым девушкам, чтобы вы им дали совет, чтобы они тоже добивались? Чтобы они ставили большие цели, добивались, ничего не боялись, все возможно. Нету невозможного. Now, a couple weeks ago, your sister won a junior world title. Yes, bronze medalist. Excuse me, bronze. So, what does that mean now? You, the family of medalists. Совсем недавно ваша сестра выиграла медаль чемпионата по юниорам молодежного. Теперь у вас в семье две медали чемпионата мира. Что это для вас значит? У нас вообще у нас спортивная семья. У меня отец и брат отца все занимаются борьбой. И как бы у нас спортивная семья, и это для нас нормально. Do you guys talk about wrestling on Kyrgyzstan's team one day together? Вы когда-нибудь собираетесь вместе попасть в команду? Как? Вы собираетесь попасть вместе в сборную команду? Не поняла. Вы и ваша сестра вместе? А, мы в сборной. Да. И вы, Айсулу, очень много говорите о роли вашего тренера в становлении вас как борцов. Что для вас он значит? Что для вас сделал? Без тренера таких больших результатов достичь невозможно. И у нас самые сильные тренера и лучшие. Спасибо. Thank you. Поздравляем. Спасибо.